Третий стих. «Ты много переносишь и имеешь терпение, и для имени моего трудишься, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела. Если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которых и я ненавижу». Хочу сделать маленькую такую вот поправочку, или, ну, не поправочку, скажем так, хотел бы дать немножко пояснение такое. Книга Откровения, сколько я понимаю, с моего маленького такого личного опыта, я понимаю, что книга Откровения была дана церквям и нам с вами, чтобы вернуть нас к первой любви, к первому источнику. Знаете куда? Голгофе. За 40 лет церкви забыли, что такое Голгофа. Вы думаете, это нереально? Очень реально. Мы проповедуем Христа какого? Распятого. Иногда это просто лозунг звучит, но никогда это не проповедуется. Книга Откровения была дана для того, чтобы вернуть народ Божий именно к источнику начала начал. И вообще хочу сказать, что Голгофа является кульминацией вообще всей вселенной и всего плана Божьего. И мы даже с вами увидим, что Голгофа является именно древом жизни, о котором дерево жизни, которое посажено посреди рая. Об этом мы тоже с вами можем рассудим. Поэтому книга Откровения, знаете, я не раз слышал такое, что книгу Откровения надо толковать с книгой Даниила. Ну, этому, наверное, есть свое место для этого понимания. Я понимаю, что книга Даниила пророчествовала израильскому народу, Божьему народу, о первом пришествии и Голгофе Иисуса Христа. И книга Откровения возвращает, 40 лет спустя возвращает церковь обратно посмотреть на Голгофу. И об этом вот в 7 стихе он об этом говорит. И Христос говорит: вы оставили первую любовь. Вы оставили колени, которыми вы ползали на Голгофу. Вы полюбили меня, который висел на древе. Вот этого вы полюбили, который жизнь свою отдал за церковь, за тебя. И вы оставили. Пришло затмение. Одно поколение не передало другому, и второе поколение стояло при начале передачи третьему поколению. Примерно как сегодня я стою, вот у меня как бы передо мной стоит выбор. Третье поколение, второе, третье, ну, третья двадцатка. Что через 20 лет я, как будущий одним из служителей церкви, могу передать молодежи, кто такой Христос? Смотрите, это очень важно. Открыть Христа для церкви. Кто такой Христос?